Один укус, 5 хп осталось. На меня беги, блядь. 5 хп. Сука, волчара, иди нахуй, блядь. Она почему тебя... И меня тоже, представляешь? Тебя убил? Да! Просто ваншотнул. Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем разбираться в такой замечательной игре, как Вальхейм, и проходить ее соответственно. В данной серии нас ждут очень сильные потрясения и вызов, который предоставила нам игра, поэтому не забывайте подписываться на канал, ставить плюсы и писать комментарии. Всем приятного просмотра. Погребальные комнаты. Чат, так. Ну что, я факел, что ли, выбираю? Давай. Ну ты поди всех завалишь. Так, щит только возьму. Ну, лутаем. Может, пойдем сначала налево, а? Так ты возьми не факел, байт. Хе. На, бля. А этой штукой можно? А, ты без щита, типа, с этой штукой? Ну да, но я могу блокировать. Так, понял. Ты? Ну давай, я давай, давай, давай. Окей, окей, окей. Ягоды тоже, грибы эти тоже бери. Ну ладно. Беру. Это его. О, сколько их, смотри. Урушу. Давай, я сундук открою. Работаем. О, рубин. Я взял. А возьмись ты. Пойдем направо. Пойдем направо. А это что? А, я подумал, это нажимная плита какая-то. Мне еще этого тут не хватало. Ой. Ну давай. Ох ты. Дух. Ой-ой-ой, он жесткий. Аккуратно. Да, отойди, отойди, давай. Отхожу, выйдем. отхожу. А ты огня боишься, мразь? А ты не горишь, понял? Да не, горит, по-моему. Блин, он сильно дамажит. Я не понимаю, когда он дамажит. У меня 20 хп, байт, иди вперед. Отойди, отойди. Отхожу. Сучка, блядь. Все. А, он ничего не дал, да? Ага. Блин, у меня 20 хп, 29. Че, тебе надо что-нибудь дать? Ну, а у тебя другое мясо есть, типа, не... Да. Ну, типа, какое-то... А, во, вот как раз это я захаваю. Только ты одно схавай, одно верни. Окей. Во, видишь, вот он, этот камень. Вот и босс будет здесь. Охренеть. Нифига, он далеко. Жесть. Ну вот, наконец-то хотя бы подсказку нашли, блядь. Замечательно. Фак. Ну чё, идем туда, строим базу там. Что теперь? Да. Только нужно будет... А, тихо, а ты дух слышишь? Ты отхилялся? Ну 60 хп у меня, нормально, я отхилялся. Сейчас еще похаваю меда. Ну давай, я готов. Ух ты, сука, блядь. Может, давай его выпустим сюда. На эту... Зачем? Ну, блядь, чтобы не в коридоре его бить. А я его сам завалю сейчас. Не, ну я тебе помогу. Ай, бляха. Смотри, один удар делаешь? И блок ставишь. А нормально, я что-то выхиливаюсь как-то бодренько. Меня еда пока хилит, поэтому я просто его закликиваю. Я просто затанчиваю, да? Затыкаю. Ага. Так, кости это хорошо. Да. Эти штуки вообще замечательно. Давай я тебе сброшу, что он... Давай сбрасывай. Янтарь сбрасывай, камни эти сбрасывай, рубины можешь, голду сбросить, вообще все. А, голду 30. У меня все это есть, в принципе. А, ну и все, замечательно, вот и все. Я считаю, что... ягод, грибочек. Считаю, шикарное путешествие было только что. Классно. Самое продуктивное за весь час. Или да. За сколько мы тут уже играем. Что, вот это попадет на резочку, да? Да, 100%. Так, погнали в другую пещеру тогда, что? Хотя, погоди, так-то лута очень много у меня. У тебя сколько вообще инвентаря? 78 всего. А, ну то есть тебя еще можно забить. Ну погнали тогда в еще одну пещеру. Ну, ладно, давай я тоже зайду сейчас. А, это пещера тролля. Да? Блин. Да. Погоди, давай на стелсе. Чисто чекнем, где он вообще ходит. Тролля самого нет. А, его нет. Факел в руки возьми. Блять, сейчас.
Возьму, взял. О, смотри, нет. Рубин. Да ты думаешь, ты бы его не увидел? Ну да. Не, ну я тут, тут, по-моему, я его видел на воле. То есть он где-то... А, он типа возвращается? Ну я так понимаю, что да. Ну я видел прям бродящего тролля, видимо. Ну то да, есть, тролли. Это здесь, где-то здесь рядом. Ну ладно. А, лол, это укрытие. Да-да-да, я об этом и говорил, что в принципе тут можно так-то и... Базу, да, да, сделать. Так, погоди. Я хочу отметить у себя на карте, что мы это все зачистили. Так, давай сейчас тоже перемену. Да, блять, как это? Куёбку пойдем? Пойдем. Скинем туда хотя бы лут какой-то. Там наоборот тут лут забирать надо. А, ну, блин, так мы его не заберем. Не, я заберу. Ну, не весь. Ну вот тебе осталось один сундук, как раз с деревьями. Ну, камень тоже, в принципе, можно вообще выкинуть просто. Шишки тоже выкинуть можно. Кремень вот и доски остались, в принципе, и все. И можем отправляться строить базу наконец-то! Ура! Я хочу каменную базу построить. А можно построить каменную базу? Можно строить крепости здесь. Охренеть, я думал, тут только из дерева можно строить. Нет, из камня. Ой, я провалился куда-то. А у меня места нет, давай я тебе поскидываю что-нибудь. Погоди, погоди, давай сначала убьем этого дурачка, блять. Так, я убил предыдущего. Да вот он убежал. Тусит, он тут уже давно тусит. А он покруче, смотри, две звезды. Да, лейтенант. А, он самый прикол, что он бежит от нас, но он от нас не отъебется. Вот в чем прикол. То есть он просто бегает, но он не отстанет, он же обратно прибежит к нам, блядь. Кинжал мало дамажит, но при этом витамины почти не тратит. Это хорошо. Так, давай пойдем обратно к крепости. И давай ты мне поскидываешь все. Так, могу скинуть. Янтарь. Вот, да, скидывай, скидывай. Все, что заберу, то я заберу, в принципе. Как-то. А как туда пройти? Ой, погоди, нас бьют! Ух ты, кусок говна. Поджигай, поджигай его. А, ну ладно, похер, нормально. Вообще, мне кажется, нам корабль нужен будет, слышишь? Не-не-не, ты че, нормально, мы там доберемся, там просто речка. Точно? Да даже если, да, разберемся, ну сделаем этот плод, байт, да ничего же страшного. Ладно, пойдем. Погнали, погнали срежем немножко, покоцаемся, ну типа не сдохнем-то точно. Просто так оббегать долго это все. Надо... Волк, на меня волк дамажит. Да беги рядом со мной. Меня убил волк. Убил? Он с двух укусов убивает. Ебать. А у тебя сколько хп-то было? 100. Охренеть. Волк! Так. Блять, байт, беги волк. На меня, беги на меня. Волк, волк, волк. Один укус, 5 хп осталось. На меня беги, блять. 5 хп. Сука, волчара, иди нахуй, блядь. Да почему ты, она почему тебя и меня тоже, представляешь? Тебя убил? Да. Просто ваншот забрал? Да. Ну все, погнали, обойдем гору, короче. Говно. А чё, реально шмотки пропадают? Это 100% инфа или... Да. Я как твой раб, черт возьми. Голый иду за тобой. Я тебя подкармлю. На, еще, у тебя грипп есть? Муску Б? Да, и на Б и на Ю. Б это больше, Ю? А, гениально. Вот и все. Да, да, байт. Б это больше, а Ю это, ну это Юра, имя мое. Все логично, в принципе. А, нет, что, Б это байт, получается. Байт и Юра? Ну да. Вот и все. Это ты вот, это вот ты вот с такой картой играл? Да, вообще да. У меня просто типа полуостров был. Ты говоришь, я говорю, у меня точка какая-то абстрактная, понять, что происходит. Ты говоришь, в смысле? Это весьма определенная точка. Я просто, чтобы ты понимал, хожу вокруг, типа, пометки черепа. Не могу понять, что происходит, где я. Понятно, короче, блядь, все с тобой. Блин, так обидно, два стака. Слушай, мне что-то подсказывает, что там море. Звуки игры? Блин, в натуре. Так, причем я вот именно этот кусочек не обследовал, вот у меня все было обследовано, вот я чуть-чуть совсем прошел, и тут, сука, море, блядь. Представляешь? Нам к этому дереву, что ли, надо плыть? Или что? Походу, да.
Походу, древний-то на дереве живет. Не, дерево, мне кажется, за границей. А что написано на камне? Меня звали Астри, защитница леса. Я ничего не знаю о своей жизни до того, как попала сюда. Но моя рука помнит меч, а мои глаза видят направление стрел. Теперь меня ведет ворон, и я сражаюсь с великими чудищами во имя Одина. Держи в курсе. Во имя Одина! Просто держи в курсе. Ну что, давай плод тогда сделаем. Поставься ты. О, тихо. Опа. О, все, верстак есть. Теперь, значит. Вот все. А, нужно 6 кожаных обрывков. А у меня 2. Нужно еще 4 кабана. Ну, типа, короче, кабанчиков надо еще побить чуть-чуть. Кабанчиков или этих? Обрывков. Не, нужны обрывки кожи. Ну все, строим плод. Строй, я еще дерево раздобуду. Так. Все, теперь все есть. Верстак-то где? Дальше. А. Это ты так угнал, что ли? А, все. Ну все, я поставил плод. Тихо, короче, это дерево на тебя может упасть. А все. Что, ты корабль уже построил? Да, все, поплыли. А, такой маленький? Ну ладно, давай. Так это плод. Так, ну... Ой, подожди, стоп. А как это делать? Типа... А, просто держа... А, если типа мы перевернемся? А как плыть-то? Использовать руль. О, ё-моё, ребята. Ну, S... Да. Смотри, вот эта штука задирается. Это, в принципе, понятно. Ой, я упал. Бля, бай, давай. Мы, кстати, по-моему, вообще ни хрена не уплыли никуда. Мы не уплыли? А, направление к... ветра же, ё-моё. Вот для этого оно и нужно. Тебе надо к берегу подплыть, слышишь? Почему? А я не могу это... Ну как это сделать-то? Как в стоп? Давай кровать здесь построим. Бай, да я плыву куда-то, бай. Понимаешь, ты сейчас выплывешь в океан, а как ты ко мне подплывешь? Ну я руль, смотри, я разворачиваюсь. Во, смотри, вот сейчас я просто ветер поймал, люто. Так, все, я отпускаю эту. Немножко дамажную, но не сильно. Давай, запрыгивай. Все, запрыгнул? Погнали. Да. Плывут, смотри, падали какие. Только попробуй. Все, короче, я в кашель, ладно? Ну, надо на кухне помочь. Ты держи только, держись за эту шпалу, возьмись, держал. Она тебя еще скинет. Да. Короче, смотри, в чем прикол. Тут ветер немножко не на нашей стороне. Наверное, нам нужны были весла. Вот в чем прикол. А, нет, ветер сейчас на нашей стороне. Все, я распускаю паруса. И мы сейчас просто турбо... Это... На нетрушечке поедем. Поплывем, точнее. Окей. Думаю, я уже... просто... Кушать себе накладывал. Ага. Приятного. Ну все, мы уже сейчас приплывем. Да, кстати, да. А вон уже, да, видно? Угу. О, офигеть, прикинь, это леса какие-то новые. Так, а мы, по-моему, вообще к дереву плывем. Или это текстура все-таки, или это мы реально к дереву плывем? Ну, болото это очень опасная локация. Да? Да. Ну, это черный лес. Ладно, черный лес это не то. А тебе показано, сколько это? ХП у лодки? О, слышь, там кто-то это. Так, тихо, пускай, уже надо пускать, короче. Кто где? Вон, чел какой-то. Блядь. Под нами змея какая-то, уголь. Да, вижу. Но я плыву пока. О, ты слышишь, это болото плохо. Да, это болото. Ой! Уходи. Ой, плевать на корабль, плевать на корабль. Да, плевать. Хорошо, бегу. Ой, стреляют! Ой! Ой-ой-ой! Кто там мочил? Офигеть, сколько сбежалось народа. Я сейчас резнусь. Где я резнусь, бля? На кровати. Охренеть. Чтобы ты понимал, черный лес — самая сейвовая локация. Очередная серия по Вальхейму подошла к концу. Поэтому спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить плюсы и писать комментарии. Увидимся в следующей серии.